Нежели с такими наклонностями.
Ну, разумеется, батюшка говорил мне, что все это ребячество и что все это пройдет с годами. Но судьбе было угодно, чтобы мать моя не поверила. И не прислушалась к мудрому совету мужа своего. Она продолжала держать меня взаперти и не дозволять мне ни единой юношеской радости. Я молчала и покорялась. Но это угнетение дало зрелость уму моему, и я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго. И как взрослая начала обдумывать план, я решила употребить все способы для того, чтобы выучиться ездить верхом, управляться с оружием и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Нянька говорила, иногда одевая меня. Ой, барышня, вы хоть бы умывались, что ли, чем-нибудь? Да там кислым молоком, не знаю. То, что вы похожи на плащеватый цыган. Да, плащеватый цыган. А кто такие плащеватые цыгане? Ой, ну я прям не знаю. Ну это те, которые самые черные, барышня. Да я знаю. Посчастливилось мне как-то найти на улице гусарскую круглую пуговицу. И первая мысль моя была начинить ее порохом и бросить в печь к старой Прасковье. Я и сама еще не понимала, что будет делать моя ручная граната, если я брошу ее в печь. Думала, она лопнет там и более ничего. И радовалась только тому, что выстрел этот старуха припишет колдовству. Вот все, чего я ожидала от своей пуговицы. Через минуту после того, как я бросила пуговицу в печь, она вылетела оттуда со свистом, носилась по комнате, щелкала по стенам и, наконец, хлопнула близ моей головы и взрыла кожу мне на самой ее верхушке. Капли крови вмиг разбрызнулись по всем локонам. Я, однако же, даже не вскрикнула. С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее. И ничего в свете не страшилась. Мне было очень странно, почему это мои сверстницы боятся оставаться одни в темноте. Я же, напротив, в самую глубокую полночь могла идти на кладбище, в пещеру, в подземелье. То есть не было ни одного места, в которое я могла бы пойти так же бесстрашно ночью, как и днем. Хотя мне точно так же, как и всем детям, были рассказаны страшные истории про русалок, бурдалак, духов. Однако же я ничего этого не страшилась. Я очень любила приключения. Я искала их! Природа наградила меня странным и беспокойным качеством. Вы знаете, я люблю, привыкаю, привязываюсь всем сердцем к квартирам, в которых живу, к лошади, на которой езжу, к собаке, которую возьму к себе, к сожалению. Да что говорить, даже утки, курицы, которых куплю для стола. Вы знаете, мне вот тут час становится жаль употребить их для того, для чего они куплены. И они живут у меня, пока случайно куда-нибудь. Сосвайся. Одно это слово сводит меня с ума от радости. Итак, вот этот край, театр стольких происшествий. Но где все то высказать, чем полна душа моя? Это тот край, в котором любовь поставила престол свой. Это тот край, в котором женщина – владычица. Женщина – герой, полководец, министр. Это тот край, в котором женщина управляет всем, покоряет все. Единственная, необратимая властью, властью ума, красоты, любезности. Сколько блеска, сколько жизни, ай, сколько чарующей таинственности в прелестном краю этом. Песня
Thank you.
Царское село. Модный дом Татьяна Парфенова.